Каб папярэдзіць надзвычайныя сітуацыі і ведаць, як выклікаць пажарную службу, Мінскае управленне міністэрства па надзвычайных сітуацыях падчас канікул запрашае ў музей полымя. Школьнікі могуць паспрабаваць звярнуцца ў дыспетчарскую службу 101, ім дэманструюць бытавыя прыборы віноўнікаў узгаранняў і паказваюць самыя небяспечныя месцы ў доме. Акрамя таго, дзяцей чакае інтэрактыўная вандроўка ў мінулае. Можна папрактыкаваць у дзеянні ручную пажарную помпу і прымерыць каскі Мінскай пажарнай брыгады 19-го стагоддзя. Ребята, ситуация опасная? Да! Почему она опасная в этой комнате? Потому что телевизор включен, и у девочки в руках огонь. И знаете, она... что может произойти в этой пожар, комнате, когда девочка одна и у них в руках со спичками? Пожар! Что произошло? Пожар! В музее с ними работает специально подготовленный сотрудник, который не только серьезно, но и в игровой форме очень хорошо воспринимается детьми, рассказывает о правилах безопасности, как нужно действовать в определенных чрезвычайных ситуациях, какие ситуации могут случиться с детьми. Как вы видите, эта работа проводится очень интересно для них. У них глаза горят, они смотрят и выходят отсюда уже совсем другими детьми, уже подготовленными, обладающими знаниями. У музеі штодзень прымаюць па некалькі груп, адна экскурсія працягваецца амаль 1,5 гадзіны.